Загранпаспорт нового образца, биометрический, теперь можно получить и в МФЦ Городецкого района. Новая услуга появилась здесь в январе. Раньше это можно было сделать только в отделе по вопросам миграции в Заволжье, что было очень неудобно для жителей городца и сельской местности. Сейчас эта проблема решена. Эта услуга очень востребована у жителей. Вообще, я думаю, что у всех граждан Российской Федерации более 2000 ежегодно грачан оформляет данный вид документа. Что нужно для этого? Необходимо просто заполнить заявление. Можно на сайте госуслуг приложить фотографии, оплатить госпошлину. Госпошлина 5000 рублей берется за оформление. В настоящее время мы можем предоставить услугу по оформлению 10-летних паспортов 2 раза в неделю. То есть по вторникам и пятницам. Во вторник это вечернее время с 15 до 18 часов. И в пятницу с 9 до 12. Пока на базе МФЦ эту услугу предоставляют сотрудники МВД, но в скором будущем, в общем-то, и сотрудники МФЦ смогут заняться оформлением этих загранпаспортов. Самый волнительный момент в оформлении загранпаспорта для многих – это фотография. Для того, чтобы ее сделать, в МФЦ есть все необходимое оборудование. Кадр выставлен специальным образом – 2 секунды, и снимок готов. Он пойдет и в анкету, и в сам паспорт. Поэтому с собой приносить готовые распечатанные фото, как раньше, не надо. Здесь же сделают и биометрию на паспорт, отпечатки пальцев, по которым можно идентифицировать владельца документа. Все это здесь сделается бесплатно. Ну, очень удобно, не нужно ехать за Волжье, все на месте, сфотографировали, все сделали, заплатил на месте, все хорошо, спасибо. Биометрический загранпаспорт при обращении в МФЦ можно будет забрать через 37 дней, как и обычный. Документ старого образца здесь также продолжают оформлять. В прошлом году были выданы более 1000 удостоверений личности. Главное, по словам специалистов МФЦ, и в том, и в другом случае не ошибиться при заполнении заявления. Нужно написать аккуратно, грамотно, списать все точно с паспорта, с документов, не ошибиться, никаких помарок сейчас не принимают, ну и раньше не принимали. Вот, это самое главное, заполнить все правильно, без ошибок, чтобы потом документы не вернулись обратно. Впереди лето, период отпусков с выездом за рубеж, где обязательно понадобится загранпаспорт, в том числе и с электронным носителем информации. Чтобы оформить документ нового образца, нужно оставить предварительную заявку на сайте МФЦ или записаться по телефону 93232.